Полное описание и точная дата выхода 9 серии турецкого сериала «Мистер Ошибка». 9 серия сериала выйдет в эфир 28 августа. С русским переводом серию вы сможете увидеть уже на следующий день. В новой серии мы увидим, как Озгюру удалось добиться своего. Езги призналась ему в том, что действительно влюбилась в него. Она сказала, что сама не поняла, когда именно это произошло. Девушка также хочет знать, когда Озгюр стал понимать, что испытывает к ней романтические чувства. Приближается день рождения Эзги Сердар. Решил организовать по этому поводу шикарный праздник. Вскоре эта новость разнеслась повсюду, и все стали обсуждать то, что может произойти на этом празднике. Все твердят, что жених Сердар готовит праздник для своей возлюбленной Эзги. Озан был удивлен тем, когда увидел, как Озгюр готовит подарок для Эзги, который он поспешил спрятать. Ведь у него было много девушек, и он не помнил ни у одной из них про день рождения. Озгюр стал интересоваться у Эзги о планах на вечер. Девушка сказала, что собралась поужинать с мамой и своими подругами, но потом она пообещала встретиться с ним и провести вечер вместе. Когда все собрались на празднике, то Озгюр увидел, как Сердар преподносит Эзги в подарок ожерелье, целует ее и затем одевает украшение ей на шею. Сердар сказал, что Озгюр опоздал, так как Эзги он заполучил первым. Озгюр не был готов к такому удару со стороны своего соперника и сильно огорчился. Напомним, 9 серия сериала выйдет в эфир 28 августа. Нравится сериал? Тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых турецких сериалах. Спасибо за подписку и лайки.